Хорошо. К делу. Теперь все будет аккуратно. Счастливого пути! Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю. Просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Вот и он. Мне его разбить? А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу, но он все равно светится. Драма! Thank you.
Надо как-то опустить этот мост. Наверняка по нему мы выйдем отсюда. Сын, здесь еще один. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Один пронзает его копьем? Штуки. Сюда. Ладно. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Почти на вершине. Уже скоро, мам. Смотри, вершина! Мы совсем рядом! Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Сломанный колчан замедляет стрельбу.
С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Спокойно, гляди под ноги. Если хочешь, я буду делать больше. Только скажи. Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Тот человек, что приходил к нашему дому. Ты же вроде убил его. Шш. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну, а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А? А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя — Мимир! Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли, как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она чтобы хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Биврёст.
Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат. Сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Затерянный мир великанов. Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Ничего себе! Это, наверное, ветвь мирового древа. Сын, не сходи с пути! Да, да, помню. С ума сойти! К нам в дом пришел Бальдр, один из асов. Бальдр! И ты с ним сразился и победил. Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно, но я надеялся, что мы найдем на той горе великана. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змея. Он, наверное, последний в своем роде.
Ты тоже последний из своих? Потому не любишь говорить о... Своих? Ну, я про твою семью. Да меня и маму. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Понял. Пожрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да чтоб... Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? Ну, показывай. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Ну и что вам еще надо, а? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряп. Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? По этому придурку! Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я уже устал от тебя. Нашли алхимика, о котором я говорил? Эй, где твоя тягловая скотина? В каком смысле где? Я ее съел и даже высрать уже успел. Как ты мог так поступить? А че, у нее молоко кончилось. Она же твой друг. Значит, порадуется, что я сыт. Слышь, парень, ну нельзя быть таким сопливым рохлей. Это никого не доводит до добра. Все, я за работу.